Grazie. Добрый день, уважаемые коллеги. Действительно, сегодня у вас очень ответственный день, в первую очередь, так же, как и людей, которые сегодня находятся на сцене, и тех, кто не смог приехать, что выбор вот в новой процедуре предварительного голосования очень ответственный. И ваш вот интуитивный выбор, конечно, сделает для нашей страны, как национальный лидер Владимир Владимирович сказал, тот ответственный, ну или скажем, шаг, который мы делаем сегодня, позволит нам в Государственной Думе представить интересы большинства жителей нашей любимой страны. В этом смысле «Единая Россия», я являюсь членом Генерального Совета партии, возглавляю партии проект «Национальная национальная система», конечно же, с благодарностью приняла то предложение, которое было сделано по созданию фронта, и те общественные организации, которые представляют сегодня фронт, это ответ на вопрос, кто и как будет представлять наши интересы в Государственной Думе. Это очень важно. Я работаю депутатом Государственной Думы от Красноярского края, и в рамках этой работы, конечно же, в первую очередь отвечаю, стараюсь ответить на те вопросы, которые беспокоят население Красноярского края. Задачи, которые ставит губернатор Красноярского края Лев Владимирович Кузнецов, законодательное собрание, собирая всю информацию от жителей нашего великого могучего края, пытаюсь решить и делаю эту работу откровенно и искренне. Но в формате профессиональной деятельности, работая в комитете по природным ресурсам, природопользованию и экологии, в комитете, где я возглавляю экспертный совет по созданию института инновационной деятельности, это в рамках партийного проекта, а также являюсь вице-президентом «Деловой России» общественной организации. Эта организация объединяет людей, работающих в несырьевом секторе экономики, стараюсь создать те благоприятные условия для предпринимательского сообщества, которое позволит нашей стране решить в первую очередь создание новых производств, новых рабочих мест. 26 мая лидер Владимир Владимирович Путин на форуме «Деловой России» поддержал новую индустриализацию страны, создание 25 миллионов высокоэффективных рабочих мест. И в рамках этого законодательства, конечно, предстоит сделать огромную работу в Государственной Думе в первую очередь. И эти вопросы стоят сегодня на повестке дня. В рамках партии «Единая Россия» поручено создать благоприятные условия, чтобы эти рабочие места были инновационными, что позволит нашей стране перейти на путь инновационного развития инновационной экономики. Это не просто рабочие места, которые в 20 веке были, это новые рабочие места 21 века. Для этого, конечно же, в моей депутатской деятельности, в первую очередь, законотворческая деятельность касалась таких законов, как Сколково, закон о государственной поддержке инновационной деятельности, защита, закон о патентах поверенных, где в первую очередь защищается интеллектуальная собственность людей. Это в рамках федерального уровня, а в рамках, естественно, Красноярского края, это работа с Сибирским федеральным университетом, где мы планируем вместе с Красноярским научным центром создать тот потенциал, который позволит сначала Красноярскому краю в рамках России сделать все инновационные действия и прорывные технологии выдать на гора, а также России выйти на передовые позиции в мире. Поэтому вот эти направления, если вы поддержите меня, я буду продолжать совершенствовать в рамках работы депутата Государственной Думы. Если сегодня за вами выбор наших уважаемых всех представителей, сидящих в этом зале, то направления будут тоже усилены в интересах жизни жителей Красноярского края. Спасибо. Спасибо.